каждым годом растет число участников турнира и, самое главное, болельщиков на трибунах. Ребята показывают динамичную и интересную игру. Популярность футбола в России растет. Сражались 13 команд со всего юга России. Это лучшие ребята, которые победили уже у себя в городах и уже у себя в субъектах федерации. Они съехали здесь на финал, и здесь они получили путевку на национальный большой финал, который будет проходить в конце этого года. Полузащитник краснодарской команды Кирилл Зацепилин мечтает стать звездой футбола. Первый шаг к своей мечте он уже сделал. Он знает, что главное для победы. Это думать о команде, работать на все 100%. Каждый участок поля должен отбивать от соперников. В полуфинале был очень трудно. Но мы по пенальти выиграли благодаря нашему вратарю, потому что он вытащил два удара. Команда Краснодарского края стала победителем турнира «Кожаный мяч». Второе место у ребят из Ставропольского края. Надеюсь, эта неделя, которую вы провели здесь, в городе Анапа, дала вам заряд бодрости в летние каникулы. Вы поиграли в любимую игру футбол, победители, и второе место поедут дальше защищать свои регионы на финал соревнований «Кожаный мяч». Поэтому хотим вам пожелать удачи там. Но вообще самое главное, что вы все занимаетесь спортом, идете правильным путем. Победители турнира сразятся с лучшими непрофессиональными футболистами из 16 регионов страны за главный приз – поездку в международный футбольный лагерь.